Официальная причина смерти Янг Трэппы. Слава КПСС вступил в Редан. С пауком на спине. Конфликт ЛДЖ и Федука и пятничные новинки в сегодняшнем ролике. Не забывайте про лайк, оформляйте подписку, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Упрямый отказался молчать о запретном. И когда рассерчав, приговорили к расстрелу. Разрядил в себя пистолет и привез гагача палачам на опознание тела. Закончив с друзьями на кладбище отмечать новоселье, проснулся с альбомом в постели, выбрался из... Дорогие подписчики Rap News, хотите стильно одеваться, но из страны ушли любимые бренды? Тогда рекомендуем годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. В наличии более 3000 редких брендовых кроссовок, которые нигде не купишь по адекватным ценам. Материалы качества не уступают оригиналу. Приятный бонус — это бесплатная доставка и оплата только при получении. Для наших подписчиков Хаслы предоставили промокод RAPNEWS, который дает скидку в 30%. По промокоду уже закупились 1000 подписчиков. Ссылочка в описании. Начнем мы сегодня с того, что была названа официальная причина смерти Янг Трэппы. По заявлению издания Фонтанка, их источник в правоохранительных органах сообщил о том, что причиной смерти являлись запрещенные вещества. Не находите ли вы странным, что для определения причины смерти экспертизе понадобился целый месяц? Как-то это подозрительно, но зато теперь отпали подозрения по поводу фейковости смерти исполнителя. Теперь понятно, почему так долго не было похорон. Траппу все еще обследовали эксперты. Пишите в комментариях ваше мнение насчет такой затянутости экспертизы, будет интересно почитать ваше мнение. А теперь к более веселым новостям. Похоже, Слава КПСС стал пауком, но нет, не Кизару, а как приверженец подростковой субкультуры Редан. ЧВК Редан, мы вернемся. Пауком на спине. Ну ладно, это все, конечно же, постерония. Хотя, зная Гнойного, он ради постеронии может и к массовым дракам присоединиться. Но мы это, конечно, очень осуждаем. Кстати, если вам интересно узнать подробнее, что это вообще за Редан и с кем там дерутся боевые анимешники, то переходите на наш другой канал. Все включено. Там у нас недавно вышел ролик как раз на эту тему. А мы переходим к новинкам этой пятницы. Первый на очереди у нас самый ожидаемый релиз недели — новый альбом ЛДЖ. В первом за 3 года альбоме ЛДЖ продемонстрировал, на что он способен в музыкальном плане. И почти каждый трек из «Сайонара Боль» смешивает привычное околоклубное звучание с поп-роком и панком, из-за чего песни местами напоминают Айко «Playing the Angel» или «Катану Кассандры». На восьмом этаже за окном поезда, и все мои планы бьются в отбой. На пластинке есть даже фит с метал-группой Аматори, которые, кстати, недавно фитовали с Рэмом. Ну и как тут не упомянуть фит с Федуком, песню «Punk's Not Dead». И если взглянуть на трек-лист, то можно заметить, что в названии Федя не указан. Скорее всего, это связано с недавним непонятным конфликтом, когда Федук обматерил ЛДЖ в Инстаграме и попросил не брать его куплет на альбом. Куплет ЛДЖ, очевидно, взял, и что будет дальше, непонятно. Как и непонятно, откуда вообще этот конфликт взялся, но мы будем держать вас в курсе. А трек, кстати, очень необычный. Это поп-панк с легкой примесью хайпер-попа. Я убью себя по техно! Я убью себя по типу! Но если альбом ЛДЖ ждали всю неделю, то совместный трек Тимати и Хамали ждали аж 1.5 года. Да, сниппет выкладывали так давно, что про трек уже многие забыли успеть. Ну а вот нам про него напомнили, и, кстати, скоро, скорее всего, покажут и клип. Да будет так, улыбаясь каждый раз, когда я прав, да я прав. А вот про какой трек после сниппета никто не забывал, так это про совместную песню Алиши и Сими «Пропал». Это работа в стиле британского дрилла, но более мягкой, с вокалом Алиши. Сам Сими, видимо, вслед за Майотом решил попробовать себя в более романтичной музыке. И он снова пропал, так и будешь ждать, оказалось, пропал, снова будем спать.
Новым треком также поделился Жак Энтони. В душевном мелодичном сингле «Глаза» рэпер рассуждает об извечных темах любви и дружбы. Достаточно необычную работу выпустили Эндшпиль и Томанио. Песня называется «Туда», и посвящена она Михею, музыканту, который первый начал делать регги в России. Рисую драйв, став и пойло, чё ты жмёшь на тормоза? А мы на этом с вами прощаемся. Пишите в комментариях, какие новинки вам понравились больше всего. И не забывайте поставить этому ролику лайк и подписаться, чтобы не пропускать новые интересные видео. Вы были на проекте Rap News. До новых встреч. Пока!